Дзюдоисты Дагестана с нарушениями зрения завоевали 20 медалей различного достоинства на чемпионате России. Прошел он в городе Раменское Московской области. У сборной Дагестана под руководством Бориса Салихова в активе 5 золотых медалей, 6 серебряных и 9 бронзовых. Чемпионами страны в своих весовых категориях стали Абдулла Омаров, Руслан Албогачиев, Абдулла Курамагомедов, Ислам Джалилов и Аминат Магомедова. По итогам соревнований тренерский штаб сформирует национальную команду для участия на международных турнирах.